обратиться ко всем харьковчанам 9 травня, не ходить на мемориал. Я знаю, что это добрая традиция, которая была всегда у нас в городе Харькове, в целом по стране. Но учитывая циничность агрессора, мы понимаем, что он может ударить по мемориалу. И он уже неоднократно туда бил, и там пристреленное место. Поэтому очень хочу попросить всех харьковчан 9 числа помянуть всех освободителей Украины, которые действительно являются гордостью, помянуть дома. И мы обязательно придем на мемориал после нашей победы все вместе и обязательно отдадим дань уважения тем людям, которые отстояли Украину тогда, в той далекой войне против фашистских оккупантов и сейчас против российских оккупантов.